Присоединились к акции волонтеры БРСМ. Сегодня в Минске выбрали лучшего из них по итогам года. На церемонии награждения в Национальном олимпийском комитете собрались около 200 активистов движения «Доброе сердце». Все эти ребята на протяжении года помогали ветеранам, одиноким людям и юным белорусам. Все проекты мы стараемся, которые у нас есть, мы стараемся их систематизировать и увязывать друг между другом. И в том числе акция «Наши дети», она плоть от крови от волонтерского движения. И «Доброе сердце», движение «Доброе сердце» будет принимать активное участие в этой работе и в этой программе, начиная от рождественской елки и заканчивая самыми далекими, может быть, уголками нашей страны, там, где будет проходить, и там, где будут проводиться и наши союзные мероприятия, и там, где будут проводиться любые проекты, направленные на благотворительность в рамках проекта «Наши дети». Движение «Доброе сердце» существует уже 6 лет. В нем участвует более 20 тысяч волонтеров. За это время юноши и девушки взяли под свое шефство несколько десятков домов-интернатов и школ.